Нам потребуется 2 отрезка черной репсовой ленты и 2 отрезка розовой репсовой ленты 4 на 16 сантиметров. Резиночка 4 сантиметра. Шифоновая бабочка. Заказывала такую бабочку на Алиэкспрессе. Ссылку оставлю в описании. Также нам потребуются шаблоны бантика 12 на 4, 1,5 на 3,5 и шаблон бабочки 6 на 7 сантиметров. Глиттерный кожзам в двух расцветках. Репсовая лента 0,6 на 12 сантиметров. Для начала прошиваем наши бантики. Склеиваем наши бантики между собой. Берем черный глиттерный кожзам и вырезаем шаблон 12 на 4 и 6 на 7 бабочку. Из розового кожзама вырезаем шаблон бантика 1,5 на 3,5. Шаблон я вырезала, теперь обрабатываем края. Склеиваем наш шаблон.
приступаем к сборке нашего бантика. Приклеиваем бабочку. Затем черный бант. И розовый. Берем нашу резиночку и приклеим к нашему бантику. Берем репсовую ленту 0,6 на 12 сантиметров, закрываем наш бантик. Осталось приклеить нашу бабочку. Расправляем крылышки нашей бабочки. Все, наша бабочка готова. Такие бантики у нас получились. Все как всегда, очень легко и быстро. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!